Пока общество не отошло от встряски 5 октября, ситуацией воспользовался Алмазбек Атамбаев, которому потянулись все, от прожженных Умербека Бабанова с Темиром Сариевым до журналистов, которые во всех бедах страны винили одного единственного человека и невинной молодежи, маршировавшей против ОПГ. Атамбаев, постоянно внушавший всем, что обе предыдущие революции сделал он, а третий не будет, пока этого не захочет опять же он, мог вернуть страну в пучину жесткого противостояния, и милиция ничего не смогла бы с ним сделать. Ситуацию усугубляли и юристы со всеми другими экспертами, которые уши прожужжали своим непробиваемым аргументом, что всем надо возвращаться в правовое поле, забывая, что именно в этом правовом поле разыгралась вся эта драма, финал которой все еще маячит у нас перед глазами – развал государства. Силовые линии этого правового поля были настолько искажены, что неизбежно вели к такой трагической развязке. Поэтому необходимо корректировать сам источник поля, чтобы появилось здоровое право.